Пожар был замечен прохожими примерно в 6 часов вечера. Огонь охватил оба этажа строения. Площадь пожара около 800 квадратных метров. Возгорание было локализовано примерно в 20:00. Наш дом напротив. Увидели с балкона, горит все черный, весь дым. Ну, вот потом прибежали. Моя мама выходила на море и увидела, что первый этаж горит. И сразу побежала говорить всем. Пострадавших нет, а вот судьба самого памятника истории пока непонятна. Это здание санатория было построено еще до Великой Отечественной. В годы войны здесь располагались два госпиталя. Именно поэтому здание было взято под охрану как памятник истории регионального значения. Что послужило причиной возгорания нежилого строения, выясняет следствие.